Давай, выходим. У нас сегодня жара. Плюс, минус 12. Представляешь, Мишик? Все, пошли. Ты и я. Да. Бай, маме скажи. Бай. 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 Все, пошли. Вдвоем пойдем. Муа. Муа. Давай ручку. Так, be careful. Оп. 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 Так, у нас тут сегодня снежит. Снегом занесло. Зайчики бегают. Видишь следы? Вон там зайчики у нас бегают. Да, зайчика нет там? Не сидит? Нету. Обычно у нас тут сидит под этим. Так, ну все, отвез я Миюшку в садик. Не была она денек тут. То у нее зубки лезли. Дали мы ей все равно перед садиком Тайланол, чтобы немножко легче как-то было. Вдруг, на всякий случай. В принципе, ей помогает. Вот мы на ночь дали, спит всю ночь вообще хорошо. Оно где-то так и хватает. Мы где-то даем где-то 6 часов, 8 часов разницы. Ну, вроде с утра как бы нормально. Слюней не текут, сопли просто. Поэтому сейчас я еду домой. У нас тут, как я и сказал, уже жара. Минус 12. Снег идет. Значит, что я обновил регистрацию на свою машину. Год прошел, каждый год обновляем. В этом году сделал по-новому, зарегистрировался онлайн, наконец-то они это сделали функцию. И они автоматически, получается, обновили мою регистрацию на машину, но все равно пришлось ехать в офис и забирать вручную. Я как бы не понял этого момента. Вроде бы сказали, можно поставить галочку, когда регистрируешься, но я что-то не видел. Может, где-то пропустил. Короче, стоит, по-моему, $90 или 80, что-то в этом случае. Осталось еще Ленину машину, но когда я приехал, да, в офис, то в принципе там система как бы очереди заполняешь сам на входе через планшет, и там есть опция типа просто, что ты приехал забрать новую регистрацию, и сразу тебя переставляют вне очереди, самым первым получается на очереди. Сейчас у нас тут такой стрёмный перекресток. Кто куда едет. Куча автобусов. Утро и школьные, и такие, и машины. Да, значит, с регистрацией разобрались. Следующая Ленина. Потихоньку будем все. Новый год начался. Новые счета. Еще пока темнеет, темно у нас с утра. Сейчас поеду, любимая там готовит завтрак. Уже хорошо. Ух ты. Всем доброе утро. Всем привет. Пока Антон повез Миюшу в садик, я занимаюсь завтраком. А Уляна уже давно в школе. Вот, все ингредиенты я уже подготовила. Хочу приготовить что-то новенькое по интересному рецепту. Нам понадобится, ну, как обычно, на завтрак яйца, хлебушек, моцарелла, соль, перец по вкусу, разные специи, зелень, ветчина и мини-боконченни. Мякоть мы убираем, оставляем только корочку. И будем делать начинку. Ветчину я уже нарезала. Яйца я взбила, добавила соль, перец. И вливаем в миску, где ветчина и сыр. Перемешиваем все. Это будет у нас начинка. Значит, я уже говорила, повторюсь. Вынимаем всю мякоть, оставляем корочку. И в разогретую сковороду поджариваем. И только тогда
начиняем. В общем, как-то так. Мне кажется, будет вкусно, питательно. Значит, поджариваем с одной стороны, потом переворачиваем. И держим под крышкой. Вот такие вот бутербродики у нас получились. Кстати, я решила не добавлять мини-бокончини. Побоялась, вдруг не расплавится сыр и все такое. Сейчас вам покажу заднего двора, вот наша аллея. Видите, выставляют все на заднюю аллею, получается, мусорники. Ну, вот смотрим разновидности. Вот, смотрите, без гаража люди паркуются здесь. У каждого здесь просто бэк-ярд сделали длинный. Здесь гараж, скорее всего, спереди. У кого нет гаража спереди, паркуют две машины, как вот тут. Допустим, здесь. Здесь достроили гараж, добавили. И вот паркуют вот так вот, параллельно. Здесь тоже, когда забор выдвинут чуть-чуть вперед, то гараж спереди. А вот как здесь гаража нет, то паркуют здесь два парковочных места. Вместо бэк-ярда, в принципе. Ну и хит сезона этой аллеи. Вот наш гараж, в принципе. Он единственный по всей, на всей аллее. Колеса у нас стоят. Будем заезжать. Так. Еще быстренько сейчас мусор надо вытащить. Сегодня как раз день. Забирает бумагу и органический мусор. У нас тут бумаги насобиралось тоже немало. Бутылки еще. Может, сегодня бутылки поехать сдать. Время есть. Наверное, так и сделаем. Сейчас вытащим. Приеду где-то после обеда. Они обычно приезжают. Еще один ставим. Сейчас идем второй, берем зеленый. Они на зиму, получается, органический мусор, так как траву никто не косит, то забирает каждую вторую неделю вместе с синим. Еще, когда слишком близко стоят мусорники, они вообще их не заберут. Поэтому надо всегда дистанцию. Вот два наших мусорника, от телевизора мы коробку только порвали уже и все выкидываем. Месяц, больше месяца прошло, поэтому можно выкидывать, не хранить. Ну и все. Украсили все листиком. Горчицы? Да, листовая горчица вроде так называется. Будем пробовать. Давай, пробуй. Очень интересна твоя реакция. Там горячий. Возьми там, где. Так. Мне снизу хотелось. А ну, как тебе? Да? А ты середину всю выбрал? Да. Я думал, ты сверху посередине. Супер. По новому методу интересный рецепт. Угу. Вкусно, вообще, да? Шикарно, давайте я попробую. Шикарно. А как с листиком горчицы? Дает оно такую горчинку, конечно. Немножко где-то там вдалеке. Угу. Да. На завтраке классно. Яйцо хорошо чувствуется, правда? Да. Такое мы любим. Все, веду свою жену на свидание утрешнее в наш Тим Хортонс. Кофейня. Точно, в кофейню. В местную кофейню. Мы дома как позавтракали, раз, а кофе решили попить. Как где-то. Раз у нас романтическая обстановка. Ой, снежок. Снежит, как красиво. И не холодно. Господи, и после холодно. Этих морозов уже.
наконец-то. Жара, пережили, да? Какой градус сегодня? Я так и сказал, минус 12, я сказал, но сегодня жара вообще. Да, действительно. Давай через дорогу, что мы тут? Так, осторожно. Машинку чей. Двухсторонний трафик. Ну и скользко сейчас, оно подукаталось. А сейчас он пусть... Подукаталось, песком подсыпает, но не так, как... Thank you. Вау! Эх, вот так бы каждый день. Скажи, да. Ну. А ты говорил, почему ты на работу не пошел? А я вообще не говорил, что я на работу не пошел. Дети в школах. Да, мы детей в школу сплавили, как любят выражаться. Сплавили в школу, сплавили в садик. Значит, когда Антон ходит на работу, это надо. А детей в школу это сплавили. Ну, у нас такой завтрак на $16. Это кофе. Мы пришли на кофе. А, да, на кофе. Так, кофе заказали, ждем. Заказали еще и десерты. Вот новинка. Заказали. Короче, попробовать. То Бостон Крем. С присыпкой. Шоколадный. Да, вот это шоколадный круассан. То есть они не поменяли что-то. И решили попробовать. Я вот этот захотела. Cinnamon sugar, twist. Корица, да? С корицей. Косичка, да. А ты вот этот? С лесной, просто с орехом. Да. С волном раньше. Да. Попробуй. Каждая доллар 79, а здесь, ну, тоже, наверное, такая цена, да? Дороже чем-то, да. Или дороже. Ну, он такой, как залит глазурью, да, или чем-то. Ну, внутри обычно булочка, но с орехом. Вкусно? Дай попробовать. Короче, обычные шоколадные донаты. Chocolate dip или что-то такое, да? Chocolate glaze. Ну, с орехом. Да, внутри мелко натертые орехи. Ну, вкусно. Божественное утро просто. Так бы всегда. Да. Как всегда, когда не надо вставать в 5 утра. Косичка, да, или что это оно? Да. Здесь совсем другое тесто. Более это... мягче. Как пушистее, это? Да? Как круассан. Вот как пончик. Да. Вот это как пончик. Хорошо чувствуется корица. И все. Да. Да, в сахаре. Само тесто, оно не сладкое. Вкуснотища, вкуснотища просто. Так, друзья, наконец-то выделили время поехать к зубному. Едем в новую клинику на разведку. Да. На проверку со страхом, что же там сейчас будет. У меня лично печальный опыт здесь, в нашем городе. Да. Через 3 месяца пломба выпадала, а дырка становилась, получается, все больше и больше. И каждый раз они еще зачищали. Еще больше делали. Дырка увеличивалась. Ну, обижала. А потом, типа, ну все, надо вырывать. Да, да, ну так они и делают, да. В общем, и долгое время я не ходила. А ты тем более, но у тебя не такие проблемы. У меня проблемы опыт, зуб, в принципе, да? был хороший, и лечили мне тут хорошо, но разные клиники. Но мы не ходили, потому что ковид случился, и все клиники позакрывались. А и... я специально не хотела ходить. Да? Да. Ну, как бы, а я думал, что мы не ходим, потому что ковид. Потому что у нас денег нет. Да-да-да. А сейчас уже время пришло. Но если хорошо, я думаю, за зубами следить, то, в принципе, такие частые прям походы они. А можно просто вырвать, челюсть ставить и все, и не мучаться. Так, друзья, мы на месте, мы приехали. Так. Впервые здесь. Дельта Дентал, да? Дельта. Да, Дельта Дентал. Мы здесь были, она 2 года была закрыта полностью. Сейчас решились. Покрывает мой план 80%. И разрешается сумма 2500 на год. 2500? Да. А, Миюшку, мы проверили Миюшкины зубы, заплатили, ну, по идее, $100, заплатили 20, благодаря страховке. Просто ей в рот заглянули.
Ну, мы просто сюда. Так, друзья, записались мы. Appointment у нас, в общем, да. Меня. Антон не захотел. Я тоже не знаю. Мы сейчас посмотрим, сколько... И вообще, как они работают. Да, как... потому что, короче, на тебе протестируют. Ну да, ну так и так, получается. Так мы хотели сказать. Они работают просто в будние дни, когда... А по выходным не работают, и оно неудобно, потому что мне надо отпрашиваться с работы или еще что-то, чтобы почистить или сделать зуб. Ого, тут народу. Много, да. В общем, а сейчас куда мы едем? А сейчас мы едем сдавать огромную гору бутылок, которые мы насобирали. Лена здесь будет в первый раз. Да, да. У Лена здесь не новачок. Да, у Лена, смотри, кофе-хаус. Прикол. О, ланч-стоп. Прикол такой. Это бутылки сдал и сразу пошел потратил. Да, да. Интересен. Так, ну что? Огромная как гора. Как ты думаешь, как, сколько нам вернут? Долларов 30. Да! Ну, эти деньги мы Ульяне отдадим. Ну, да. Так, смотри, попадает все. Ульяне, если бы она помогала, поэтому мы подумаем. Подумаем, да. Давай, все. Ой, Антуан. Что, падает? Ну, наверное, да. Да. Будешь собирать. Ничего не упадет. Будешь собирать вот этот сал. Короче, да. Быстрей. Так, а ты внутри снимал? Не, я не снимал, но как бы там печалька. Да. Сейчас ты увидишь и все поймешь. Ну, не хочется как бы работников ставить неудобное положение. Да. Каждая бутылочка такого вида, а по 25 уже бутылки, банки по 25, побольше размера. Очередь у нас. Это еще очередь скромная сегодня. Обычно на улицу выходит. Да. Потому что люди с утра приезжают, у кого один пакетик, у кого два. Типа по-быстрому сдать. Это мы насобирали, у нас гараж, там классно. А кто-то там на пивасик с утреца, кто-то на кофеек, кто-то себе на новую сумку Gucci тоже хочет. Приехал, быстренько сдал и все, и поехал. Так, ну и что получилось? Все. Короче, получилось у нас куча денег сегодня. Большая, огромная, с этой маленькой тачки. С какой маленькой? Огромнейшей тачки. Мы получили 27.35. 2.35 оставили на чай парням. Пусть порадуются хоть какой-то мелочи. Ну, копеечка до копеечки, вот тебе и что-то насобирают. Надеюсь, не мы одни. Потому что работа действительно такая... Не пожелаешь. И 25 долларов мы отдадим Ульяне. Все, едем домой? Нет, магазин еще. Едем еще собирать бутылки. Мы сейчас срочно поедем покупать молоко. Самое дорогое. Молоко, кефир, чтобы потом сдать. Сейчас потратим 100, чтобы потом заработать 25 центов. Точно. Так, друзья, заехали мы в магазин Wholesale. Наша Ульяна еще в Костко просила такую вот печеньку с шоколадом. А какой, белый или вот это? Мне кажется, по зажаристи. А чем мне? Мне кажется, это овсяные, не? Ладно, давай вот эти. С шоколадными 7,50. Вставками. Да, с шоколадом. 7,50. 7,50? Да. Фига себе. Еще баттермилк надо на творог. Здесь классные размеры колбас. Смотри. Именно на таком заводе мы с тобой познакомились. Вот именно. Это судьба. Взять 4 килограмма баллоньки. Баллоньки, кстати, самая дешевая, самая невкусная колбаса. Она как варенка, но она такая, да. Но кто-то любит, я ничего не спорю о вкусах. Вдруг. Такое мы сами научились готовить. Чё, здесь готовы уже. Да. Так. Много чего бывает по скидкам, но, наверное, не в этот раз. Не сегодня. А это что? Сыр или колбаса тоже? Салями. Где ты видишь? А, точно. Салями. Так, хорошо.
хорошо. Смотри, закусочные, видела? Да. 4 орешка, 4 сырка и 4 колбаски. Да. Вот тебе и обед. Да, да. За $1.50. Так, может, я буду на обед таскать себе? Давай, сэкономим на и тебе. И не надо готовить. Антон. Сел. И все. У нас с Антоном шутки. Одна, как там, 2 котлетки мне, 1 тебе. Прям поштучно все. Так, масла. Маслаем отсюда, давай. Попробуй взять другую котлетку. Все, маслаем. Так, молоко нам надо. О, молоко. Сок ты хотела. Молоко нам надо и сок, да. Пьюр, ноль пальп. No апельсиновый, да. Ноу пальп. Байфо. 6,50 и молоко. А там разве нет? Не знаю, вот наша банка. Молоко. Еще свежее. Цена какая? Ну, 5,70. Как в Коско то же самое. Видишь, цены везде одинаковые. Просто мы решили напрячься и приехать сюда. Как вот, смотри, 25 центов уже заработали назад. Видишь, да, да. С целой если банки. Если сдадим, то да, вернем 25 центов. И тут тоже. 50 да. центов мы уже в этой пачке несем. Вот это мы бизнесмены. Да. Кстати, не греческий йогурт есть и малой? Уже нету. Ну и не будет. Ну пока она не хочет. Как-то то есть, то не есть. Так, нам надо баттермилк на творог. Вот он. Давай, две банки. А что, мы не можем взять баттер и милк и смешать? Может, нам дешевле будет? Голова. Вообще, сегодня я в ударе. Яйца есть? Ну вот, хотел попробовать маринованные яйца. Бери целую банку за 30. Чтоб попробовать. Чтоб не варить. Чтоб одно яйцо попробовать, надо потратить $30. Так, все, давай. 2,5 килограмма. Можно а штук сколько? Пробовать целый год. А штук сколько? Ты утром сколько съедаешь? А тут неизвестно сколько. Я утром по 3 яйца ем. Может, это? Или вы одним яйцами сварить. Так, все, я же от смеха не могу держать. Короче, 2,5 килограмма, но это с водой. Ну, я поняла. Поэтому я и спросила. Смотри, да, а получается, яйца стоят сколько? 30 штук, $10, правильно? $10. Ну, 30 штук, 7,80. Правильно? Здесь же 30 или 36? 15. Нет, это в одной пластинке 15. Да, 25 штук. Ладно, не считают, важно, друзья. Короче. Все, пошли. А здесь за жидкость ты платишь $20. Может, вы сами правильно. Видишь, какой бизнес, как продавать соленую жидкость. Ну, правильно. Да, может, вкусно. Взял яйцо, кинул в соленую воду и продал за 40. Ну, это ж ты хотел попробовать. Вот для таких, как ты, наверное. Дома возьму яйца и замариную. Да. Сам. Так, в общем, здесь можно грибы купить в таких вот ящиках. Белые. Mushrooms white, да? $27 за ящик. No. Ну, такие они. А если мы положим в маринад, за $100 один ящик продадим. Да, точно. Так, я бы кавунчик взяла, арбуз. Ага. Давай сюда. Бери арбуз. Боже, Антон, маленький или это не маленький? $20. Да они вообще там... И Миюша хорошо ест, давай. Такой продукт очищает организм хорошо. А кокосики не хочешь? Кокосики. Так, ну давай быстрее. Что, все, идем, берем, уходим. Зачем нам арбуз? Мы приехали за молоком. Ну вот, и арбуз. Да ну посмотри на них. Они мягкие, смотри. Что, да, ты хочешь ну брать вот такой? Мягенький. Мягенький, да. Значит,
маринованные яйца хочешь попробовать, а я арбуз не могу. Маринованные? Да. Так, 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 так. Тоже так, бурак у меня на капусту, на борщ есть. Зелень вроде есть, хорошо. Все, пошли. Я уже устал. У меня же, да, рука отваливается. Так, а еще в этом магазине выгодно покупать такую вот рыбку. Пампана, очень вкусная, красивая. Как раз три нам хватит поужинать. Готовить буду не сегодня, но когда тогда приготовлю. Она идет заморожена 8.36. Очень вкусная, полезная. Так, а это у нас тилапия. Тилапия ценою 300 кило. А цена $9, да. Так это помпана, она голд. Да, золотой помпана. Ой, очень вкусная рыбка, рекомендую, недорого. Так. А еще можно замороженное филе красной рыбы купить. Если надо засолить, так получается выгоднее. 11 с копейками, да. Так, ну ладно. А то мы покупаем свежую, засаливаем, так получается дороже. Хороший магазин. Хороший. Ого, друзья. Ну, а представь, если бы купили маринованные яйца. Плюс 30. Короче, $42. Ого, мы, ну, потратили. Видишь, сэкономили. Да. Но зато заработали, смотри. 25 центов депозит. И вот еще 25 центов. 50. Депозит 50 центов. Угу. В следующий раз, когда мы сдадим, мы вспомним полгода назад. Мы закупались в wholesale и заработали 50 центов. Не, мы просто вернули свои. Точно. А я что говорю, заработали? Угу. Вернули. Все, нам вернулось. Вот так вот, видите, как работает капитализм. Да. Потратили $40, а вернулось 50 центов. Так, поэтому, да. Едем домой. Едем наконец-то отдыхать, а то у меня жена уже замучила, возит по магазину. Ну, все там. Что там бабушка принесла? Да. На гимнастике? Ага. Миюсик, что тебе там интересно? Давай. Аф-аф, вуф-вуф. Там под носиком или сотики, да? Новенькие, это зубы у нее растут. Вау! Хейзл, это girl. Как зовут? Это girl, Хейзл. А вуф-вуф, Хейзл? Хейзл. Хейзл. Little girls. У нее глазки блестят, видишь? Видишь, глазки блестят. Ушки. Да. Вау. Это твоя подружка будет? Еще одна, да. Еще одна. Нравится? Скажи на камеру, нравится. Да, скажи бабушке thank you. Дог. Сегодня занималась готовкой. У нас сегодня куриные отбивные с сыром. Такое мы любим. Ага, ага. Так, куриным отбивным у нас пюре. Да. Всегда добавляю кусочек сливочного масла и сметаны. И готовила сегодня творог. И вот. Остатки, остатки. Блины напекла. Еще остались. И Миюша, да? Нет. Все блинчики любят с творогом. Это вкусно и полезно, да? Полезно. Да. Ты залазишь? Давай, будем пока говорить. Нет? Не хочешь? Ну, как хочешь. Так, все, день прошел. Значит, что у нас там случилось? Они сдали большую гору бутылок. А что мы еще сделали? Что мы еще сделали? Я сделал самое главное. Значит, я зарегистрировал на автоматическую регистрацию, на автоматическое обновление Лениной машины, но все равно придется в первый раз пойти
И в этом году, да, придется пойти и оплатить уже на кассе непосредственно. В следующем году же, по идее, мы поставили, я вроде бы нашел, разобрался. Какой я молодец! Должны вроде бы на почту присылать, чтобы мы не ездили. Хорошо. Ну, типа такого, да. То есть, ну, если все в электронном виде, вообще супер. А то раньше... У нас же сейчас даже мы стикеры не клеим на наши, скажи, как они... Номера. Потому что раньше клеили стикер, когда какого года регистрации. Сейчас уже ничего не клеится. Полицейские хотят проверить, они так проверят по компьютеру. Но если все ездить аккуратно и классно, то, в принципе, редко будут проверять... Да, приходила мама к нам в гости, принесла гостинцев, Ульянке конфет, Миюшке игрушку. Вот, сегодня тоже эпопея с Ульяной, опоздала со школы на автобус, пришлось ждать, опоздали потом на гимнастику. Короче, обычная жизнь в деревне, можно так сказать. Да. Ну так и есть, да. Вот, ну, короче, да, тятя, та все, ты решила прийти? Ты умылась уже? И зубки почистила, да? Молодец. Значит, все, будем отдыхать. Вам тоже желаем отдыха. И все, мы, в принципе, на сегодня кучу дел сделали, да? И Лена молодец, кушать приготовила. И куда мы там ездили сегодня? Я вообще забыл. А чем мы туда ездили? За продукт. А, за продукт, за кефиром купили. А, точно, мы же заработали 50 центов целых. Сэкономили, то есть, на будущее. Хорошо, всем спасибо, кто досмотрел нас до конца. Спасибо, кто сегодня с нами. Да, Лена там макияж свой смывает. Поэтому оставайтесь счастливы вместе с нами. Всем пока.